Размышляя над термином «Карабахская война», часто употребляемых во всех СМИ, в том числе и азербайджанских, я прихожу к выводу о том, что он наносит ущерб национальным интересам Азербайджанской республики. Да, действительно, Нагорный Карабах стал отправной территорией начала военного столкновения между Азербайджаном и Арменией. Предлагаю заменить вредный для Азербайджана и его народа термин «Карабахская война» на термин «Отечественная война». Об этом в беседе с Кавказским бюро заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета Организации офицеры России Александр Перинджиев. Здравствуйте! Размышляя над термином «Карабахская война», который часто употребляется во всех СМИ, в том числе и азербайджанских, я прихожу к выводу о том, что он наносит ущерб национальным интересам Азербайджанской республики. Да, действительно, Нагорный Карабах стал отправной территорией начала военного столкновения между Азербайджаном и Арменией. Но в дальнейшем армянскими военными подразделениями были захвачены земли, уже не входящие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. То есть со стороны соседей произошла оккупация огромного количества западных территорий Азербайджана, в составе которых Нагорный Карабах являлся лишь их частью. В ходе 44-дневной войны войсками официального Баку были освобождены в первую очередь именно западные земли Азербайджана, не имеющие никакого отношения к самому Нагорному Карабаху. А далее от 30-летней оккупации была освобождена большая часть Нагорного Карабаха. Так в чем же заключается вредность в политическом плане для Азербайджана употребления термина «Карабахская война»? Первое. Употребление термина «Карабахская война» дает право, прежде всего, армянской стороне рассматривать все территории, за которые шла вооруженная борьба, как именно Нагорный Карабах и никак иначе. Второе. Исходя из первого, официальный Ереван смог убедить, что все остальные субъекты международного права в том, что Нагорный Карабах является якобы спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. Поэтому термин «Нагорный Карабах» позволяет руководству Армении и дипломатам, и всем выступающим экспертам доказывать, что война велась за спорные территории. При этом все территории, которые освободили азербайджанские военные, являются, по мнению армянских и проармянских, неважно в какой стране, пропагандистов, спорными. Третье. Термин «Карабахская война» вообще не отражает, а точнее полностью нивелирует освободительный характер войны со стороны Азербайджана по возвращению своих западных территорий в состав своей страны, что дает возможность врагам официального Баку говорить о захватническом ее характере со стороны Азербайджана. Это основные аргументы, которые я могу привести, которые в качестве доказательства вредности данного термина для Азербайджанской республики. Уверен, что можно привести в пользу этого вывода и другие доводы. Поэтому я предлагаю заменить вредный для Азербайджана и его народа термин «Карабахская война» на термин «Отечественная война». А термин «Карабахская война», ну, по крайней мере, на территории Азербайджанской республики, и вовсе запретить. Спасибо за внимание.